Хотел сказать о ноже, которым пользуюсь. Многие спрашивают вот на охоту, как в тайгу. Вот я его уже показывал не один раз. Это мой нож с клинком от Александра Вольфа. Он тонкий, 2 мм в обухе. Вот с ним как раз я и ездил на Урал, но у меня не планировались никакие особо прям тяжелейшие работы, хотя я не знаю, что зачем длинный нож тяжелый. Потому что вот этот вот нож срезал ветку в палец толщиной абсолютно спокойно. У него почти в ноль сведения. И как бы работал он идеально. Так что те, кто в тайгу хочет большой и тяжелый нож, подумайте. У меня для этих вещей всегда вот есть Фискарс. Если что-то надо уже срубить, а в палец толщиной ветки обычно хватает, если она нужна. Так что я не приверженец больших и тяжелых ножей. Предпочитаю делать все небольшим удобным ножом и небольшим топором. Такая спарка меня устраивает гораздо больше, чем большой и тяжелый нож и небольшой нож. Потому что топор все-таки приложение усилий более адекватное, чем у ножа.